города Казани в очистке тротуаров. В очередной раз показал несостоятельность всех слов, связанных с успешной, по чьему-то мнению, подготовкой к зимнему сезону. То есть мы видим, что автомобильные дороги чистятся до асфальта почти что, в то время как пешеходные просто по колено в снегу, и на это никому нет дела. Такой вот эпичный провал в очередной раз показал, что Казань далеко не третья столица, по заявлению чиновников и прочих лиц, потому что такого быть не должно. И когда чистят дорогу, снег сваливается на тротуар, естественно, на людей насрать. То есть машины в приоритете, как мы видим, они хорошо едут со скоростью там 40, сколько там, 50. А люди должны идти со скоростью 1 или 2 км в час, просто ползти. Поэтому по этому бардаку, то есть просто завалено все ужасно. Здесь идти просто очень-очень тяжело. И когда будет эта очистка, неизвестно, будет ли она вообще. Обращение инспекции не помогает. Наверное, придется писать прокуратуру. Они разберутся с данным протоколом, потому что это просто невозможно. Сейчас буду уходить на проезжую часть, потому что идти здесь просто тяжело, это неимоверно. Очень даже говорить тяжело, потому что скорость движения меньше километров в час, наверное. Очень тяжело идти. Это полный фейл, полный провал. Как только выпал снежок, ни одной уборочной машины, ни одного человека на протяжении почти километра я не наблюдаю. Это полнейший фейл, эпик фейл. 2018, 27 сегодня декабря, вроде бы не Новый год, но, как мы видим, полный фейл, полный провал. То есть запомните, люди, Казань — это город не для пешеходов, это город для машин, потому что машины, как мы видим, в приоритете, все очищено, а люди глотаете, давайте, снег, заглатываете по самые эти, по самые колени, потому что снега здесь реально по колено. Вот я стою, вот, вот у меня колено, вот оно, по колено в снегу. Просто колено снега. Это значит примерно полметра снега. И всем по барабану. Так что это... еще лучше езжайте в Москву или в Петербург. В эти города. Там довольно-таки лучше с этим дела обстоят. И больше уважения к людям. А также... есть надежда. И как показывает план развития города, что... для людей делается много всего возможного, а также подогреваемые остановки, Wi-Fi на остановках, такие вот. Да надо просто тротуар почистить, и то там реально чистят, а не как у нас. Снежок прошел, по сути, первый за эту зиму, и такой вот полный фейл, полный провал, то есть... А еще в связи с нынешним повышением цен на проезд, что, скорее всего, произойдет в городе Казани, до 28, наверное, рублей, а, скорее всего, до 33 рублей. То есть почти на 35% с нынешних 25% подорожает проезд. Ну, естественно, от этого что получится? Просто люди будут ходить пешком, все. Несмотря на такой снегопад, ну, который был, конечно, снегопад, но это же не...
ураган, как в Америке там. Здесь просто нужно людей, технику и почистить. Почему-то техника чистить дороги у нас есть, как видим. А чистить тротуары у нас просто ее нет. Ее, ну как нет, она есть наверняка, просто она опять не задействована. И вчера будет 10-бальные пробки в городе. Ну, скорее всего, сегодня тоже ситуация повторится. Потому что полный провал. И я не вижу ни одной машины, которая бы убирала, допустим, вот. Начиная тоже с утра уборку, чтобы люди уже, идя на работу, уже смогли спокойно пройти. А не как сейчас. Ты должен идти со скоростью 1.5-2 км/ч, просто ползя, и это просто ужасно. То есть либо рисковать своей жизнью и идти по дороге шириной там 20 сантиметров узенькой полоской, либо же идя здесь типа безопасности, но у тебя скорость будет в 2 раза меньше. Поэтому смотрите сами. Такое вот, в общем, такая тема. То есть мы видим, что просто сваливается тупо вот снег с дороги, сваливается на... Вон кто-то даже шел кто-то по дороге и спустился сюда. Вернее, обратно вернулся, потому что здесь заграждение. И здесь вот тоже совершенно, здесь тротуар шириной 0.5 метра, по сути, здесь вот, в данном месте. И он идет прямо до конца, до лестницы. Но ничего не очищено, соответственно, никакие обращения не помогают. Все ссылается на недостатки людей. Так наймите людей, причем тут люди, техника есть. Я уверен 100%, что можно все это сделать, даже вон столбики он завалил. Просто завалил его, сейчас мы видим. Вот, вот какая глубина здесь. Просто нога уходит туда. Ну, больше 0.5 метра явно. Такой эпик фейл. Он, наверное, целый месяц будет длиться. Потому что у нас, как обычно, нет денег на все. И это полный трэш. Так что задумайтесь о переезде в Москву или в Петербург, где условия жизни получше, конечно, будут. И такого бардака, я думаю, что там нет. То есть уже, по сути, 3 дня как выпал снег, и он вообще не убирается. То есть полный бардак. Так что всем мир. Смотрите новые ролики. Будем снимать о проблемных местах города. Ну и сейчас на каждом шагу. Ну а о некоторых будут ролики выходить особенно. Всем пока.